в ряд посадили 12 яблок. Посередине между каждыми двумя соседними яблонями посадили еще по куску смородины. Затем посередине между каждыми двумя соседними растениями посадили еще по кусту крыжовника. Затем посередине между каждыми двумя соседними растениями посадили еще по груше. Груша – дерево такое. Сколько всего деревьев посадили? 12 яблонями будет 11 груш. Отлично. Запятая. 11. Нет, только не груш. А, не груш. Смородина. Под 12 подпиши, пожалуйста, букву «Я». Здесь «С». Дальше. Потом суммировать за это, да, чтобы понять общую количество деревьев, получим 20. Это не деревья, растения. Ну, растения. И между 23 растениями будет еще 22. Отлично, запятая. 22. Совершенно верно, крыжовник. Потом надо опять суммировать это все. Да. 23 плюс 22. 45. Да. И 45 будет 44 груши. Отлично, пишем 44. Нам надо узнать,